фольклор разных областей России, авторские песни в народной обработке и зажигательные танцы. Именно этим запомнился и полюбился видновским зрителям коллектив «Иванда Марья» Московского культурного центра «Москворечье», частый гость Центральной видновской библиотеки и других концертных площадок. Первый раз, конечно, это было прилично. Они были там и в русских народных костюмах, и в цыганских, что там только они не творили. Вот. И потом уже зрители сами стали просить, а когда же будет «Иванда Марья»? На днях театр народной музыки «Иванда Марья» вновь уже в пятый раз выступил в зале Центральной библиотеки, представив концертную программу под названием «Разыграем хоровод». Есть обработки народных песен и песни российских и советских композиторов либо в классической аранжировке, либо в современной стилистике обработки, эклектика какая-то. Ну, как вы, наверное, слышали. То есть мы соединяем какой-то микс, делаем. Так что было интересно и нашим артистам, и нашим зрителям, и все это получалось весело, зажигательно, интересно, не скучно, душевно. Коллектив довольно молодой, он существует с 2015 года. Тем не менее, за 8 лет не раз становился лауреатом и обладателем гран-при различных престижных международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Да и зрители «Ивана да Марью» всегда принимают на ура. Очень нравится, задорный, веселый, красивый. Участники и солисты «Ивана да Марья» признаются, на каждую репетицию, каждый концерт они идут как на праздник и совсем не считают свою музыку старомодной. Когда я рассказываю об этом своим друзьям, когда им показываю видео, они говорят то, что ничего себе. Ну, во-первых, они спрашивают меня, тебе действительно это нравится или нет. Вот. Но большинство моих сверстников как раз у меня в коллективе, то есть мои друзья, они вместе со мной выступают. Вот, некоторых друзей я приглашаю к себе на концерты, и всем очень нравится. На сцене получаешь такой заряд эмоций, что это даже не описать, поэтому удачи им всем. Это очень классно, заниматься народным пением и народными танцами. И смотря на реакцию зрителей, в зале казалось, что и они сами готовы вот-вот впуститься в пляс. Екатерина Борисова, Снежана Казак, Марика Иванова, Гульнара Балаева. Видное ТВ.